Привет всем. Прежде чем дальше идти, я вспомнил, тут портал есть далече. Надо туда сходить, наверное. Так, только души надо оставить, наверное. Сойдет. Вот портальчик. Совершенно не помню, что в нем. Крепкая начинка, двуручный меч. Осколки. Крепкая начинка. Крепкая начинка, двуручный меч. Хм. 31 силы надо, ух ты. А чё это он такой? Не знаю. Ладно. Сейчас будет длинная катсцена, ну, наполовину катсцена. Если и можно было, то я не смог. У меня не получилось, то есть. Ну, вроде бы на этой локации все сделал. Может, что-то забыл. Что-нибудь существенное. Where are you? Show yourself!
never surrender. Your true enemy is Antanas. He fears what he does not understand, what he cannot control. Think I am either. Then tell me who you are. The universe requires balance. I am the guardian of. I am the true. You brought me into this fight to crush your capacity for barbarism. Before you, Antanas' army was hopelessly outmatched. Then this world would have fallen into utter. Thousands of years ago, and that is where we defeat. There is more than one way to win, but he did offer you a choice. So I'm to be the pawn of an insane judge descendant. Who do you be? What is this rune Adir gave me? I never imagined a rune like it holds a tremendous power, and what happens next? That, Harkin. Return to the Citadel. See Antanas. This is where we say goodbye. I can no longer be your guide. Consider this, Harkin. You have fallen into darkness and despair and risen to redemption. Look inside yourself, Harkin. The balance of the world is in your hands now. Ислам. Эту сцену пропустить-то нельзя никак. Ну, правда, там доспех дают, конечно. Падшего. Хоть что-то полезное. Да.
Я не помню, что это за аренка. Кого тут принесет сейчас. Так, а ну-ка, секундочку, ребятушки. Доспех падшего. А, он тяжелый. Да, он очень тяжелый. Вот мощный. Тварь сначала грохнуть. Сложнее убивать, чем с мечом. Ну ладно. Нормально. Лол. Парадный. Двуручный топор. Магия прокачана полностью. Бум-бум-бум-бум-бум-бум.
Ясно. Сюрприз. Ты, да отходи, что ли, назад, ты. Да, хрен он так даст. Собака. Блин. С Глефой совсем неудобно биться с ним. Смотри, что творит. Камера. Господи. Собака. Что ли? Восстановление магии, все правильно.
огонь сильно дамажит. Ну-ка, погоди-ка, может быть, защиту от огня взять лучше? Грефы с ними сложно сражаться. С одноручным мечом проще. Ездовочным тоже. Со щитом и с одноручным мечом проще всего, по-моему. Так, вот дальше мне, наверное, стоит. Дальше мне, пожалуй, стоит взять мечик. А, стоп, какой падший? Не падший, действие. Пойдем. Так, куда идти-то? Сюда вот вроде. There's the traitor! Блин, не хватает ударов. Долго.
some kind of elixir, and it changed them. First they screamed in agony and fell down, motionless. Then they started to grow. One engulfed in fire, the second surrounded by lightning. I could not. Тут мобы стали очень сильными. Эх, вот сюда бы сходить, но, блин, там тоже сложно. А у меня 19 000. Вообще-то там арена. А ладно, пошли. Попробую. Солью сейчас. О, кстати, можно и апнуться. Наверное, надо выносливость качнуть. Да, вот так вот. Так, стоп. Чё я поставил защиту? Усилит восстановление магии. Нет, мне защиту надо от магии. Устучусь к магии. А это значит не надо. Да, вот так вот мне надо. Это самая сложная арена. Блин, а чё 3 очка-то всего? Особенно если вот так драться, как я держусь, тогда она точно самой сложной станет. Блин, чё у меня 3 фляжки-то всего? Офигели, что ли? Капец. А чё не одну-то, блин? Фляжками не справлюсь. Блин, там еще Макс собака. Призрак, то есть этот. Блин! Лок еще мозг парит. Видал, что делает, блин. Сейчас он меня убьет. Так, и вот теперь... И вот теперь настал ответственный момент. Надо сделать вот так вот, надо сначала. Так, так. Так. Блин. Блин. Так. Так, нет, 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 нет. Хорошо. Собственно, самое сложное сделал. Осколки я уберу, их мало. Это дефицит.
Окей. Непростая арена. Последний бой особенно. Зато тут дают доспех очумительный владыке. Он, правда, тяжелый, конечно, но... Да, я даже и перекатываться не могу с ним. У меня жуткий перегруз, зато защита 165 и плюс... Плюс еще... Каждый ячейк есть. Очуетительный доспех. По-моему, лучший в игре. Так, ну все. И молот какой-то дали. Вот это что? Одна фляжка, зашибись, блин. А тут врагов. Начиная вот с этого вот. У меня сейчас тут грохнут, мне потому что лечиться нечего. Ну да, да. Еще столы мешают. Со стульями. А еще... Мой меч их не пробивает. Что тоже плохо. Я тебе прыгну. Попрыгунчик. Стой, козел. Так, куда это ведет? Да-да-да-да, я знаю, мужик, что ты козел. Так, насколько меня лечит молитва? За комбу. Плохо. И увеличение урона-то я не могу поставить, потому что фляжек нет. А, ну тут выход, собственно. Мне сюда не надо.
ты. Блин. Хорошо. Да, я чуть не забыл об этом чувачке. Сразу. Мне тот момент вообще прям очень нравится. Они такие долбоебы. Это просто пиздец. Недобиток один остался. Ладно. Soldiers, if this convict Harkin shows his ugly face in Keystone, kill him on sight. He's a traitor that allied himself with the god against order and against humanity. I will personally reward whoever kills him. Солдаты. Ключ от погреба. Запудрили вам мозги, солдаты. The traitor is coming this way. Prepare yourself. Ой, блин, прям под удар. Миротворец дали. Вау! Вот это вот. Вот это, блин, только у меня на него статов не хватает. Надо, блин. Но миротворец — это же имба вообще. У него урон за 500. Ты же мне надо мне нафармить. Три уровня еще, значит. Так, что у нас тут? Блин, камера. Берем на нож. Кто там сказал? Кья. Вот. Кокон башни. Блин. Не хочу я помирать. Не хочу, правда. Хотя там, конечно, еще много мобов-то злых. Может, я справлюсь, а? Вряд ли, конечно. Ходить нельзя, там еще за углом 33 человека.
бы так не боялся, но здоровья-то нет. Одна фляжка. Так-то, в принципе, они все достаточно победимые. Но если что, мне лечиться-то нечем. Там сейф есть. Нифига он, блин, как летел. Тут еще один крендель есть. Ну ладно, я сохранюсь, наверное. Хотя бы вот так. Вот этот вот крендель страшный. Вообще-то, не знаю, но на НГ плюс он комбой ваншотит. Здесь не очень страшно. 16 тысяч. И есть еще один здесь перс, которого мне надо победить. Блин! Я не ту кнопку нажал. Ну все, блин. Теперь я его не победю, наверное, нифига. Аккуратненько, то можно, наверное. I always knew you would betray us. Raise your blade. Нет. Блин. Так нечестно. Уйди нахер. Да блин, твою дивизию. Сюда иди, я не буду с тобой там биться. Блин! Эх ты, блин, его не сшибает, нифига себе! О, ну все, я покойник. Японский бог. У него меч пипец длинный. Да, и он вот так еще умеет делать. Не-не-не, ах ты собака. Да, хреново. Он меня может убить сейчас. Да. Пипец у него этот резвый удар. Что-нибудь поделаешь. Пофиг. Ну, зато теперь я могу вас не бояться. Что за хрень? Ну бей, что ли, блин. Thank you.
Да, то, что меч его не станет, это плохо. Ну-ка, глефа. Блин, а из глефа я вытащил камушек. Его и это не сбивает с ног. Офигеть. Сюда, хрен с тобой. Да, не хватает мне для битвы с ним чего-то. Готов. Live by his word. I'm not a traitor. Scum will always be scum. Gone. Finish what you've started. Да не вопрос. I saw the storm surrounding the Hand of God mountains, but the hand did not crumble. The deer is still alive, and the Rogar are still attacking. That means Harkin is either dead or a traitor to our cause. Traitors need to be punished. You know what you must do. I know my duty too. Почему я должен его в живых оставлять? Он меня убил один раз. Ну, я его один раз. Мы квиты. Правильно? Что за дела? Я бегаю тут с этими... со зверюгами, со всякими бьюсь, чтобы очистить их мир. А они меня в тюрьме держали, во-первых. Во-вторых, ну, короче, я горбачусь, а они тут сидят, раны зализывают, блять. А я пришел, еще и пиздюлей хотели мне навешать. Пошли вот такие дреня. Мне надавали кучу ключей. Что с ними делать, я не знаю. Пойду сюда схожу. Этот меч, который у меня, он неплохой, но недостаточно хороший. Не самый лучший, точнее говоря, вот так сказал. Так, ребят, я с вами не хочу биться, идите в задницу. Я хочу... Я хочу вот сюда сходить. Может, я теперь смогу открыть эту фигню? Да. Ключ использован. А что за ключ использовал? А, опять непонятно. Какой ключ использовал? В любом случае, это... секретка. Правда, монстрилы есть. Бронированные. С ними я разберусь. Сейчас, наверное, разберусь сначала, хотя там, блин, где-то тут ядовитая тварь бегала, вон она. Эй, почему ты промазал-то?
Да. Ай! Сраза. Уравнитель, ага. Мне уже даст это амулетов надавали, пипец. Рогар Глефа. А вот Рогар — это очень крутая Глефа. Только у меня на нее, наверное, тоже не хватает. Тридцать один. Блин. Мне силы надо чуть-чуть. Honorable Antanas, this time I must object. Letting the criminals from the city. Так, но секретка не здесь. Секретка. Cut our throats and fight the demons. With all respect, aren't the Rogar dangerous enough? Do we need another threat to fend off? Да, мы вот сюда так заходим. Тут стоит сундук. Какая-то хрень на потолке. Открываем сундук, а он заперт. Сюда подходишь, тут можно разговаривать. I startled you. Even ghosts fear me. Ghosts? Where? You're the ghost. Don't be an idiot. If I were a ghost, obviously I would know I was a ghost. То есть мужик-призрак, но отказывается это признавать. Чтобы получить ключ от сундука, надо сделать так. Ну, с ним можно было еще поговорить. Я что-то про слух почел, но он ничего хорошего не скажет. Ладно. Здесь мы забираем еще один амулет. Новая заря. Короче. Новая заря. Сердце — это инструмент, предназначенный для того, чтобы перекачивать по венам определенное количество крови. Но каждый инструмент можно улучшить, если как следует в нем покопаться. Уравнитель. Природа стремится к балансу. Сильные туповаты, а умные слабы. Против природы идти бесполезно, так что если хочешь стать умнее, то лучше возьми в руки книгу, а не блестящую железку. Великая нож. Владельцы таких амулетов обычно считались живыми таранами, которые буквально могли остановить скаку коня. Не самого большого, но все-таки коня. Сбивает баланс противника. Уравнитель уравнивает показатели. То есть вот если сейчас выключить уровень персонажа, у меня 30, 14, 21, 18, 8, 2. Если я надену амулет, уравнитель, то характеристики перераспределятся. От самой большой характеристики отнимается 7 и добавляется к чему-то еще там. Ну, в общем, определенным образом перераспределяются характеристики. Но это мне не надо. А новая заря добавляет 25% жизни. Здесь это не показывается, зато показывается вот здесь. Ну, такой вот амулетик. Да, вот столько. И вот этот баг, он будет теперь до перезагрузки висеть. По-моему, даже до перезагрузки игры.
серая полоска это. Так долго грузится. Блин, я идиота кусок. Тут же сейва-то нет. Ё-моё, блин. Вот я дебил. Ну ладно, я вне записи, тогда повторю все те действия до того момента и оттуда продолжим, тем более серию уже пора заканчивать. Блин, я привык, что в Dark Souls, где выйдешь, там и... Это же не так. Ладно, пока.